Не, ну, а знаешь, я на кого похож? На Да, этого? на кого? Сейчас я скажу. Crazy Frog. Да, кстати, прям идеально похож. Лягушка на мотоцикле. 3, 2, 1, поехали. Местные газеты заполнили статьи о пропаже людей в национальном парке Рослай. Десятки жертв в последний год были найдены разорванными на части или пропали без следа. Очевидцы... Спасибо. Чё? Пропустилось. Все. Чё, не успел дочитать? Палатки. Кстати, мы можем Здравствуйте. палатки. Дух. Ни хрена ты черный, я тебя даже не вижу, прикинь. А меня здесь и нет. Ты есть, но тебя не видно. Я спрятался. Так А ты открыть понимаешь, тренинг, что отлично. через несколько минут нам жопы? Ой. А ты О, музыкальный? винтовка. Бери. Я взял несколько. Или у тебя все уже не влезает, а влезает. У меня все влезает, у меня там большое пространство. Че ты стоишь? У меня оверлей открылся. Помогите. Я подожду тебя, Бигфут подождет тебя, все подождут. Посиди, повтыкай. Красивый холодильник, кстати, да? Действительно, однако. Загляденье. Я вот смотрю в лес, А, и у меня вот жопа начинает болеть. А ты знаешь, что делать-то вообще? Да, правила парка. Читай. Я не умею. Все, Бэт, давай, пока, я поехал. Куда поехал? Обратно давай. Я сюда нам камеру ставлю. Ты блогер, что ли? Конечно. Сейчас сядем напротив нее. Кайо, братишки и сестренки, сегодня мы с вами заснимем Бигфута. Снимут тебя скорее. Ошибись. Но почему вечереет? Ну, потому что нам Так. жопа. Пойдем гулять, что? Подожди, я звуки слышу. Это машина. А, это от машины. Ничего ты, Так, ну. сыкло. А тут есть кто-нибудь вообще? Ну, Конечно. кроме этой обезьянки. Животное есть. Это мы, я понял. А еще? Еще животное. А у тебя дубальгиса случайно нет, а то мы это забудемся сейчас. А у нас есть карта слева внизу. Повторюсь. Ладно, повторяйся. О, крест. Налево пойдешь, Бигфута найдешь. Направо пойдешь, Так, пизда справа я у гребешь. нас. А? Справа у нас мост, прямо у нас башня. Ну, болото я не пойду, поэтому мы пойдем на мост. Направо пойдешь. Так, Пизда я справа гребешь. мост. Пойдем все-таки для начала на Ой, стой! мост. А там винтовки были? Я же тебе говорил несколько штук. А ты О, музыкальный. винтовка. Винтовка, смотри. Ты хочешь сказать, что ты не взял винтовку? Нет. У меня есть ракетницы. Да ты прикалываешься. Нет. Нет, я думал, типа, там камеры стоят. Я взял камеры. Там очень много винтовок. 3-4 штуки, однако. Так, а как включить комп? Мне очень интересно. А ты поиграть хочешь? Ну да. А! Вот, А. тарай. Дэй 2. Там какой-то этот есть. Кемпсайт, а там город. Куда пойдем? Город? Подожди-ка. Ну, Тауэрс, типа, это Это же. не город. Это Чего? башня. Ну, город. Пойдем в город. Пойдем. Не город, а башня. А чё, по-твоему, башня не город? Нет. Охотничья вышка по-другому. В итоге пришли на мост. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Левее. Неве? Неве это... Левее. Неве это шампунь, верно? Господи, я смотрел на это, получается. Бревнышко и подумал, что это Что получается это я? Бигфут или еще что-то. Да нет. Кстати, смотри, там горы. Кто? Гора? Горы. Ну классно. Чё, ты думаешь, он в горе живет? Да не знаю. Это, конечно, очень классно, но идти в неизведанные места ночью. Но это мощно. Нет, опять же, не только. Нам Тихо-тихо-тихо. придется непосредственно бороться. Бороться? Типа на прогиб? Ну, практически так. У тебя тоже так местами дергается? Нет, вроде. Ну, по идее, чуть-чуть есть такое. Так да А да так да в да основном. так да 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 Нет, плавненько. Где-то справа волки. Ауф! Вы где? У тебя Давай тоже дороги быстро. Очко сужается? Пока что нет. Так, Ой-ой-ой. вернемся. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. А чё так близко ты? Вот это было очень близко и очень громко. Во! А как ты стреляешь? Мне А, очень плохо. надо было зарядиться. А я-то Так, думаю, чё давай. он не стреляет? Он на тебя бежит, ты Понимаю. стреляешь, а я нет. Понятия не имею.
У меня будильник, у меня что-то запищало. У тебя тоже что-то запищало? Это камера, наверное, слышишь? Что? Наверное. А, наверное. Да! А! Здесь! У нас! Тебя убивают! Мне пизда. Меня убили. Не убили, я живу. Я упал, он меня... Я несколько выстрелов по нему сделал. Господи боже. Ему он меня испугал. Заходи быстрее, заходи сюда. А я тебе говорю, камеры показывают. Я слышу, что-то запищало. Закрывай-ка дверь, пожалуйста. Не. И да. Давай-ка мы вылечимся, слушай. Тихо, нормально все. Не, да он убежал пока. А, пока не надо, да? Да, конечно, он смылся, типа, его искать надо теперь. Он что-то типа показал, якобы он тут босс. Я так-то тут живу, господа. Кстати, звук, слышишь? Атмосфера накаливается. Накаливается моя жопа. Подожди, я хочу мяско еще бахнуть сюда. Я подожал. Все. Отличненько. Не жри только его. Обязательно. Пойдем дальше. В смысле обязательно? Я же говорю, не жри. Все, пойдет. Пойдем дальше. Погоди. А, ты капканчики вооружаешь. Ну так, конечно. Только ты. Ой. Я съел его! Ты съел мясо? Опять съел! Понимаю. А как его класть тогда? Давай поставим прямо по центру дороги, чтоб наш замечательный биг. Звук. Это я пукнул. А, стой! А, это олень. Два. Бац. А мясо как есть. Как его добывать? Ножом? На букву Е. Нажми. Не, на букву Е. Я ножиком его тинь-динь-динь. Все. Поймел его? Это ой. Либо гром, либо что-то бежит. Блин, классно. Да нет, это вот сзади этот хрустит, вот этот забор типа. Не знаю. Вот переключись на четвертую. Здесь. Быстрее. Что он делает? Помогите. Он, прикинь, знаешь, что он сделал? Че? Ты это видел, нет? Нет. Только не говори, что ты это не видел. Я этого не видел. Ты прикалываешься. Он только что попытался выхватить меня из открытого окна. Только закрой его. Так я уж закрыл. А может, он сам его открыл? Не знаю. Ну, мы можем сделать вывод, что это была целая команда. А нас всего двое. Кс-кс-кс-кс. Обезьянка. У меня есть банан. Мне очень интересно, что сделает ракетница. Давай только не здесь. Как бы, я все понимаю, но я взлетать не хочу. Ты сегодня уже и так повидал ракету. Господи, я подумал, что грибы — это глаза. Вот прикинь, ты так убежишь, а он тебя укусит, и все. А я даже стрелять не буду. Хотя я и рядом не стреляю. Да ты и так уже не стрелял. Меня предыдущая чуть не съела. Ты мне говоришь, что ты сейчас стрелять не будешь. Что? А, понимаю. А, он еще любит делать декоративные вещи. А он у нас, этот, творческий. Творческий чувак. На. Я просто в пол побил. Так, ты далеко не отставай. Прямо по курсу, волки. Я далеко не отставай. Так, ну я, конечно, ничего не намекаю, но... Ну, намекаю. Тут текстура в воздухе. А, да это нормально. Да, игра на Бэтсе нормально. На Бэтмене. Смотри, там есть дорожка. Давай на суефакта прыгни. Давай лучше не будем прыгать. Ладно, ты выиграл. Прыгай. Хорошо. Так, давай, пойдем дальше. Идем исследовать. Ты там потерялся, что ли? А я эти... В танце кружился просто. Да, я заметил. Я его это привлекал как самку просто. Думал, поведется. Не получилось, не повелся. А, волк, беги! О, черт. Все. Теперь я помог. О, белка. Где белка? О, белка. Это не белка, это лиса. А, енот! А я думал на меня. Да не, забей. Я радио включил, приходи слушать. Идеально. А что можно услышать на этих сверхзвуковых частотах?
А, там кто-то разговаривал. С скалой, да, только? А, да класс. Вот. Тихо. Тихо. Слева. Бигфут. Близко, сзади! Я попал. Попал два раза. Я спрыгнул от него. Он, наверное, не по текстурам не спрыгнет. Я тоже от него спрыгнул. Пойдем вниз, быстрее отсюда. Но он уже меня укусил один разочек, как скажем. Мне тоже на пол хп. Давай, 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 бегом, бегом, бегом отсюда. А ночь в самом разгаре. Ага. Купаться будем? Купаться будем, а тут можно плавать. Что сделать? Сделали бы прицел хотя бы на винтовке. Да он есть. Где точка вот эта дебильная? А, ты про этот прицел? Ну да, с же винтовкой. Это винтовка, ты можешь правой кнопкой мыши нажать и прицелиться. А я как дебил в него стрелял. Правда, если он очень рядом, то можно так ноускопом стрелять, так скажем. А я в него только так стрелял. Здравствуй, милый дом. У нас проблемы. Здравствуй, здравствуй, милый трейлер. Эу, стоя на связи в амбарде. Честно говоря, сидя за монтажом, я очень долго смеялся над каждой нашей ситуацией. И все самое интересное, естественно, я оставил для вас. Спасибо каждому за просмотр. Отметка в 1000 человек совсем уже скоро будет у нас. И на эту 1000 у нас будет, естественно, конкурс. Обязательно напиши в комментарии, какой момент тебе очень понравился, и оставь тайм-код. Как всегда, ссылочка Дискорда в описании и сообщество Стима там же. Заходи. Там появляется информация по моему видео. Если будет возможность, ты можешь сняться в этом видео сам. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Ну и, как говорится, дальше больше.